Друзья, всем привет! А вы знали, что у Влада А4 и у Юлии Годуновой родился ребенок? Досмотри это видео до конца, и я тебе все расскажу. А перед началом просмотра оцени это видео лайком и подпишись на канал. А мы начинаем. Друзья, Влад и Юля уже долгое время вместе. Они даже успели сыграть свадьбу. И вот 9 месяцев назад Юля Годунова объявила о том, что она беременна. За это время многие ждали, кто же будет у Влада и у Юли. Но как оказалось, 8 мая 2024 года Юля Годунова родила дочку. Они с Владом приняли решение назвать дочку Оливия и нежно называют ее Оливка. Сейчас Юля уже возвращается домой, и дома ее ждал приятный сюрприз, об этом она поделилась в сторисах в своем инстаграме. Друзья, пожелаем Владу и Юле счастливой семейной жизни. А на этом все, не забывайте оценить это видео лайком и подписаться на канал. Спасибо за просмотр, всем пока.